Всем доброго мира, у нас сегодня подборка мелочных посылок. Здесь 10 посылок. Это подборка с AliExpress из раздела «С друзьями дешевле». Как мы видим, все посылки оттуда. Там бывают очень дешевые посылки. Ну что, распакуем, посмотрим, что внутри. Поехали, быстро. Собираем. Например, берем эту посылку. Как мы видим, 31 рублей 78 копеек. Шла посылка 98 дней. Очень долго шла посылка. Вот здесь вот такая штука. Эта штука для, например, полотенцев. Прикрепляем, например, в ванную эту штуку. То есть, одеваем скотч, прикрепляем к плитке и сюда вставляем любой, например, полотенце или тряпку. Мы сюда вот так вставляем. Она там держится. Вот такая мелочная штука. Если что, я здесь ставлю фото или видео. Убираем. Так, сейчас эта посылка. Как мы видим, 45 рублей 56 копеек. Шла посылка 91 день. С друзьями дешевле тоже. А здесь вот такие липучки, крючки, можно сказать. Липучки, крючки. Количество 1, 2, 3, 4, 5, 6, то есть здесь 10 штук. Такие крючки можно лепить где угодно, в ванной, в кухне или так далее. Обычно такие крючки прикрепляют в ванной на плитке. Лепятся очень хорошо. И можно сказать, сюда можно повернуть, сюда повесить что угодно. Вот такие крючки, тоже здесь оставлю фото. Или, может, поставлю видео. Эти крючки или липучки тоже очень хорошие, крепкие, держатся очень хорошо. Как мы видим, дергаю со всех сил, она держится на месте. Так что и тоже рекомендую. Убираем. Берем эту посылку. 31 рублей 19 копеек. Шла посылка 98 дней. А здесь вот такой, как бы, мешок. Сюда можно ставить что угодно. Даже, например, хранить здесь можно обувь или одежду можно здесь хранить. Вот. Не помню, размеры там были, нет. Вот такая штука. Мне прислали коричневый цвет. Как мы видим, вот две веревки. Сюда ложим что угодно. Сюда. И вот так. Дергаем, и все. Вот такой мешок. Вот. Ткань, можно сказать, вот такая даже просвечивается. Не знаю, как сказать, но такая необычная вот такая ткань. Там довольно толстая, не тонкая. Вот такая сумка, или можно сказать, мешок. Убираем. Так, берем эту посылку. 35 рублей 72 копеек. Шла посылка 95 дней. А тут вот такая вещь. Это для зубных паст. То есть сюда вставляем зубную пасту и крутим, выдавливаем последнюю пасту оттуда. Эту штуку в ванной плитки прикрепляем вот так и сюда это вешаем, эту штуку. Вот такая штука для зубных паст. Здесь тоже можно оставлю фото или видео. Вот такая штука, дешевая очень. Убираем. Так, берем эту посылку. 39 рублей 22 копейки 98 дней. Так, как вы видите, вот такая штука для тоже ванную, для душевой, то есть это душевая, которую мы моемся, сюда вставляем, и как поддержатель для душевой, можно сказать. Вот такая штука, здесь тоже липучка, вот так делаем, крепляем к плитке и сюда вставляем
ключевую, можно сказать. Можете составлю фото или видео. Итак, мы эту штуку прилепили к плитке. Как видите, эта штука держится очень хорошо, уверенно. Она у меня уже держится целый день, уже прямо с душевым. Сейчас я вам покажу, как у меня до этого лежала душевая. Вот, как мы видим, вот так она у меня лежала всегда. Сейчас посмотрим, а как она будет на держателе. Берем. О, и так. Вот так она выглядит с держателем. Вот так она уже держится целый день. Так что держатель очень хороший. Рекомендую. Вот такая штука. Так, берем эту посылку. 56 рублей 10 копеек 81 дней. Та посылка. Упакован был вот такой поролон, то есть упакован был очень хорошо. Убираем. Вот такая бутылка здесь. 25 миллилитров минимальная, максимальная 250 миллилитров. Вот такая бутылка 250 миллилитров. Не знаю, зачем я его покупал, но думаю пригодится, поэтому закупил. Даже можно делать так, сюда налить сок, и через эту трубку себе сок пить можно даже. Вот такая бутылка, вроде бы она целая, думаю, здесь вода или сок или так далее не будет протекать нигде. Вот такая бутылка, может здесь тоже оставлю видео или фото, посмотрим. Убираем, берем эту посылку. Так, 15 рублей, можно сказать, самый дешевый. 49 копеек, 93 дня. А в этом посылке вот такие крючки, тоже крючки. Тоже они для ванной. Люди их вешают в ванну. Вот такие крючки. Они очень сильные крючки. Они держат очень большой вес. Думаю, показать не буду, может фото оставлю, может что-то повешу. Вот такие крючки протестировали, да, и вот такие блогеры, как Билли Боб, Беларусь Чайна и так далее. Они сюда вешали 5-литровые канистры с водой, даже 2 бутылки они туда вешали. Держал очень хорошо. Вот такие крючки, хотел давно их, вот. Друзьями дешевле увидел, там купил. Вот такие крючки. Эти крючки очень хорошие. Я его сейчас приклеил вот к плитке. Вот как мы видим, плитки. Они очень крепкие. Сейчас я дерну со всей силы. Как мы видим, основание держится на месте плотно. Но вот это крючок металлический даже уже начинает гнуться, так что ключи очень хорошие, рекомендую. Убираем. Так. Сейчас берем эту посылку, вот такая посылка, 67 рублей 99 копеек, 89 дней шла посылка. Здесь вот такая шапка, вот такая как бы. И не тонкая она, вот, не знаю, как назвать это, ткань как бы, такая мягкая, как бы, не знаю, как назвать, как бы, лосины, из которого делают, или колготки, вот такая ткань. Здесь есть вот такой логотип, КЛВ, английские буквы, вроде бы сделано хорошо, я покупал для себя, у меня большая голова. Не знаю, пойдет она или нет. Просто чисто я сейчас себе надену и посмотрю, что да как. Так, для моей головы эта шапка очень маловато. Очень жаль. Я, правду сказать, купил очень дешево. Не стоит огорчаться, можно кому-то отдать шапку. Вот такая шапка. У меня, можно сказать, большая, очень, ну, большая такая голова, ну, слишком большая, ну, такая, вот такая средняя, или, можно сказать, вот такая большая голова. Некоторые шапки, которые идут, многим они бывают большие,
Так что для такой большой головы эта шапка очень маленькая. Эта шапка для мозга или для детей, или таких людей, у которых маленькая голова. Вот такая шапка убираем. Так, берем эту посылку. Так, 89 рублей 96 копеек. Шла посылка 89 дней. То есть 89 рублей стоила и шла 89 дней. Здесь штука на 50 грамм. Сейчас покажу. Здесь вот такие шарики. Как бы шарики. Это 50 граммов. Там бывает вроде бы 100 граммов есть, там 50 граммов есть. Я купил 50 граммов. Это шарики называются полиморф, вроде бы. Как сказать вам, эти шарики мы, например, вставляем горячую воду. Когда мы вставляем горячую воду, из этих шариков получается такая жидкая масса. Мы из этой жидкой массы можем лепить что угодно или что-то починить можно. И потом оставляем, и эта масса твердеет, и получается из этих штук такая, можно сказать, пластмассовая штука. Вот такая штука, очень хорошая. Тоже эту штуку тестировали Билли Боб и другие такие блогеры, распаковщики, коллеги мои. Вот даже честно Алиэкспресс из него сделал ручку для ножа. Очень хорошая ручка была у него там. Тоже очень был хороший. Вот такой. Думаю, тестировать я не буду. Надо что-нибудь придумать. Может я, если что, может оставлю какое-то видео, не знаю, или... Ну, короче, переходите на честный Алиэкспресс канал или другие каналы, Билли Боб и так далее. У них есть вот распаковка, вот такая штука, они показывают, что это как. Убираем. И берем самую, можно сказать, большую посылку. 181 рублей 93 копеек, шла посылка 96 дней. Я сделал возврат, я открыл спор, они вроде бы мне вернули недавно. 181 рублей. Открываем. Так, а здесь вот такие как бы часы. Сейчас откроем. С товаром был вот такой. Как бы инструкция вот такая была. Английский язык весь, китайщина нету. И вот такая пупырка была. Это вот такие часы. Это часы необычные, это часы как бы проектор. Вот здесь, как мы видим, здесь такая, такой глазок, они на стену проецируют вот эти часы, время, то есть. Так что вот такие часы. Здесь должна быть батарея. Как мы видим, здесь должна быть батарея, вставляется вроде бы мизинчиковая. Есть кнопка on-off для включения, вот есть кнопки для этой для настраивания часов, вот есть кнопки, как бы ножки или вот такие кнопки, как бы, или ножки, не знаю, вот такие. А батарейка, оказывается, здесь три вставляются, как мы видим, три вот такие часы. Я их потом протестирую, дополню видео. Или здесь оставлю где-то фото или видео. Итак, я в эти часы поставил три маленького мизинчика батарейки сюда. Как я говорил, сюда вставляются три маленькие мизинчика батарейки. Там проверил все кнопки. Часы вроде бы работают. Единственное, я не смог настроить будильник. Не знаю как, но вроде бы здесь будильник есть. Но не знаю, как настроить. Если я сумею настроить, я здесь где-то напишу, что да как. Сейчас я вам покажу, как эти часы работают, кнопки и так далее. Как я говорил, сюда мы вставляем маленькие мизинчики батарейки. Эти кнопки настраивают часы. Это кнопка подсветки, например, включаем мы. И
как бы часы так горят таким такой подсветкой. А эти ножки кнопки, как я говорил, ножки кнопки включают проекцию часов. Примерно вот, например, как мы видим, нажимаем и показывает часы, время на стене или на потолке. Почему это так сделано? Потому что, как я понял, это как бы ножки, а когда мы спим, вот так она у нас рядом лежит на столе или где-то, не знаю где. Когда мы просыпаемся и хотим посмотреть время, мы просто нажимаем на будильник и смотрим на потолок. Потому что часы очень маленькие, экран очень маленький, и мы не сможем ночью посмотреть. Вот так нажимаем на будильник и смотрим на потолок. Часы светятся красным светом, очень красиво. Сейчас я вам покажу, выключим свет. Итак, выключаем свет. И как мы видим, вот так подсветка вот так красиво горит разными цветами, как видите. Так, и сейчас посмотрим на проекцию. Так, я сейчас направлю на потолок и посмотрим. Так, нажимаем и смотрим на потолок. Так, как видите, часы показываются на потолке. Так, еще раз я нажму. Вот. На телефоне не так уж видно, а вот в реале очень такие большие красные цифры видно очень хорошо. Я примерно посчитал, сколько эта проекция горит на потолке. Ну, у меня получилось примерно около 12 секунд, но больше 10 секунд. Так что мы спокойно посмотрим на время и обратно можно поспать. Думаю, тех денег, которые я за них отдал, они стоят 180 рублей. Так что продавец такой. Часы очень долго идут. Думаю, это виновата почта во многом. Так что часы пришли. Вот такие часы. Будильник. Всем рекомендую. Вот такие часы. Вроде бы нормальные. Качество хорошее. Вот такие пластмассовые часы. Итак, закончились у нас товары. Как видели, 10 товаров с раздела «Друзьями дешевле». Очень дешевые все были товары. Вроде бы товары годные, интересные, маленькие. Так что за мои старания ставим лайки, подписываемся на мой канал и жмем колокольчик. Всем пока!